Программа мягкой оптимизации 5.50, начатая национальной компанией «Казмунайгаз», вызывает большой интерес в трудовых коллективах нефтесервисных предприятий «Мангыстау». Согласно программе, специалист, принявший решение уйти с работы по собственному желанию, может получить достаточно высокую денежную компенсацию. Как это работает, узнавал наш корреспондент и разбирался в данном вопросе. 40-летний Канат Кунибаев 6 лет проработал в компании Oil Service Company руководителем службы безопасности на нефтяном месторождении. В декабре 2017 года решил воспользоваться программой 5.50. На полученную денежную компенсацию мужчина смог решить значимые для семьи и для себя вопросы. Погасил кредит. Будучи отцом 5 детей, Канат решил устроиться в аутсорсинговую компанию. Я компенсацию получил по программе 5.50. Ну, я как закрыл свои кредиты, погасил кредиты, ну, как мне легче стало, честно сказать. Сейчас, в данный момент, я работаю в организации «Washington Service», которая по доверительному управлению выиграла этот, по тендеру от УСК, то есть по месторождению «Каламхаз». Ну, сейчас, в данный момент, по профессии работаю, отдел кадром работаю. Дуйсингали Маканов 10 лет проработал в нефтесервисной компании, прошел трудовой путь от слесаря до механика. После долгих раздумий мужчина решил воспользоваться программой 5.50. Дуйсингали не жалеет, ведь на полученные деньги, а это около 10 миллионов тенге, он вместе с женой открыл клининговую компанию. Сегодня под его руководством трудятся 3 специалиста. Я стал предпринимателем. Хочу в будущем увеличить число сотрудников. Сейчас потихоньку начинаю свое дело. Открылись месяц назад. Не жалею, что ушел в бизнес. «Казмунайгаз» выделил всем компаниям нефтесервиса специальный бюджет для осуществления программы, которая вызывает все больший интерес работников нефтесервиса. Отдельно нужно сказать, что специалисты, обладающие, что называется, бизнес-жилкой, сразу увидели в программе 5.50 отличную возможность начать собственный бизнес. Тем более, что именно в «Мангистау» это сделать легче всего. Динара Нургалиева, Саламат Каипов, «Каспий Акпарат».